Желания исполняются, стоит только захотеть. Доказали это простые рабочие. Когда они заступили на строительную площадку жилого комплекса Чаллы-Яр, просто помечтали. Вот бы найти древнюю вещицу. Так и получилось. На берегу Камы рабочие нашли череп тогда еще неизвестного животного. Предположения были разные. И бизон, и медведь, и тигр. Но сходились в одном. Лежит он здесь давно. Ну, копали экскаватором вот здесь вот. Канализационные трубы проводили там 5 метров под бетоном. Этот череп какой-то вышел. Ну, увидели его, что-то странный какой-то череп. Хищник или животное, непонятно. Вроде на лошадь, на свинью не похоже. Редакция программы «Новости 24» «Набережные Челны» тоже стало интересно, кому принадлежит этот череп. Но чтобы разгадать тайну, пришлось потрудиться. В «Набережных Челнах» нет специалистов, которые бы смогли идентифицировать останки. Помогли в соседней Елабуге. Специалисты развеяли предположение о том, что череп принадлежит древнему животному. Его хозяин – корова. Но пролежал труп под землей достаточно долго, около 2 столетий. Тот факт, что его нашли на глубине 5 метров, говорит о том, что корова представляла опасность для окружающих, чем-то болела. Сейчас останки животного жизни людей не угрожают.